Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. С вами снова Демастер. И Террасер, всем привет. И сегодня мы поиграем в Hide and Seek на сервере Crystalix Go. Вот, смотри, есть какая-то штука. City, вон, 1524. Пойдем в город, сейчас будем прятаться. Да, все, отлично. Мы зашли, сразу же за нами куча народу зашло. Давай за Хайдеров будем играть. А, я могу выбрать, так, ты не можешь, как, потому как, что у меня прокачан этот скилл, понимаешь, ты не прокачал. А, и ну те, да. Кто изначально ты начинаешь как бы играть, у тебя ничего не прокачано. Здесь есть система прокачки, что было интересно. Потому что помнишь, в классическом Hide and Seek, в принципе, ничего качать нельзя. Это либо Хайдер, либо Сикер. Но единственное, что можешь прокачать, какой блок выбирать, да? Здесь все это уже продумано, и у стикеров, и у хайдеров куча разных способностей, фишек, которые можно прокачивать. То есть игра становится намного интереснее, есть куда стремиться. То есть ты не просто прячешься там и пытаешься поймать кого-то, а именно уже прокачиваешь скиллы, становишься более сильнее, более хитрее. Ну, у тебя появляется больше всяких возможностей. Mm-hmm. Ну, то есть элементы RPG появились всякие такие. Ну, да, там типа, ну не RPG совсем, ну как-то так вот. Ну, прокачки. Да, так, прокачки. А за кого же я играю? О, я играю за блок. А здесь нельзя выбирать, за какой блок? А вот, ну это можно прокачать вроде. Или, ну, там через какое-то время тебе вроде то ли айтем дадут, то ли это. А-а-а. То ли ты должен это сначала прокачать, чтобы у тебя это было. Ты сейчас за кого? За Сикера или Хайдера? Глины. Я за Хайдера, и у меня блок глины, который вообще на этой карте нет. А нет, есть, я ошибаюсь. У меня такой какой-то молочный блок глины. О, тебе не повезло, таких блоков на этой карте вообще, кажется, нет. Не, они есть, но они находятся в воде, по-моему. А, ты можешь под водой прятаться нормально, это как бы... Вот. Ага. А у них, кстати, у наших врагов скорость такая же, как у нас передвижение? Да. Так, а если меня убьют, то что произойдет? Ты ставишься сам сикером. А. Так, ну ясно. Давно я не играл на самом деле в Hide and Seek. Куда? Очень-очень давно. Так, мы видим, по-моему. Ой, он идет сюда. О, отлично, у меня меч появился, потом мяукнуть появилось и выпустить фейерверк. О, я мяукнул. Так. Ты тут? Да, погоди, у меня напряженный момент. Ой. На мне стоит сикер. И он уходит. Шесть, он меня не заметил. Лол, я блин, чувак, спрятаться. Прямо сикер на мне стоит. Да их здесь дофигища уже вообще. И понимаешь, он прямо на мне, он прямо за мной, мне как будто бы меня нашел. Блин, чувак, он нашел, короче, я знаешь, куда зашел? Я зашел, короче, в такой домик, пасхалку, да? Ага. Вот, и я спрятался, он прямо ясно бегает, здесь какие-то надписи. Он ушел, фух, слава богу. Я тоже в домике. Он возвращается, нет! Он уходит. Фух. Он возвращается, нет. Блин, чувак, мне вообще сыкает, он реально прямо на мне стоит. Он меня не видит, прикинь, он какие-то таблички считает. Эх, слава богу, я не начал его бить, потому что если бы я начал его бить, другого он меня заметил. Он смотрит на меня, он прямо на меня смотрит. Нет, все, отвернулся, хух, ушел, все, хух, слава богу. Блин, Терраса так отпустила. Что у тебя там, расскажи? Да я здесь залез на дом, на крышу практически, и вообще сюда никто не приходит. Да, я пока закрою здесь дверь. У меня здесь вообще все отлично. Все бегают где-то внизу в основном. А, я так заныкался, на самом деле как бы палевно. Хотя, может быть, взять вот такой вот блок, хотя нет, тогда будет еще более палевно. Так вот этот блок, в принципе, он довольно-таки... Так, я блок изменил, все нормально, я блок изменил, теперь буду здесь стоять. Внизу какой-то парень бегает. Да, а, здесь есть. Просто блок, просто так по улице бежит. Ну, отвлекает, наверное, людей так кис... Ну, сикеров, столько сикеров надо мной бегать, уже 10 штук, ты решил держаться 140 секунд. Я еще ни одного фейерверка, еще ни одного этого мюка я не потратил. А, вот а я уже все потратил. Я просто боялся, знаешь, на основной сикер стоял, было очень сыкотно. Фейерверки потратил? Ух ты, там в башне столько этих сикеров. Так я тебе что говорю, вот сейчас можно, я сейчас буду фейерверки тадить, потому что сейчас здесь не говорят о мне. И они взрываются, понимаешь, я заныкался, по сути, это место, но как нычка такое. Так, такая вот нычечка, и в нее никто не заходит, в нее чувак сразу же зашел, все обследовал и ушел. А здесь как бы если ты запускаешь фейерверк, то он взрывается, никто его не видит. А если здесь прыгаешь или с высокой высоты падаешь, то отнимается хп? Вроде не должно, потому что ты как бы блок, и тебе не должен урон наноситься. Вот, у меня осталось 100 секунд, я в принципе чувствую себя в безопасности. Я запущу даже последний фейерверк, наверное, и можно мяукать. Пишут, демо тут нет, сделаю две улыбки, чтобы думали, что здесь есть. Вот. Ну смотрите, сикеров уже 13, хайдеров 10. Смогут ли нас с тобой убить, Террасер? Вот в чем вопрос. Мне кажется, мы с тобой продержимся, потому что мы с тобой тащим. Ну смотри, вот за мяуканье и за фейерверки дают XP, как бы. Но с другой стороны, ты привлекаешь к себе внимание. Это знаешь, как в старенькие, ну, в давние времена, когда еще мы были с тобой детьми. Там, знаешь, и прятки, нужно было тоже ау, тут мяу-мяу.
Ну, Мюка как-то по так прикольнее звучит, что 60 секунд, это самый напряженный 60 секунд, который в последнее время. Я просто в Hide and Seek давно не играл. О, кстати, я сейчас стену смотрю и вижу, где все сикеры находятся, лол. Охренеть, сколько их много, а рядом со мной нет никого. И рядом на самом деле очень легко прятаться, если наверху сидишь, никто не придет сюда. Ну вот я сейчас внизу сижу, на самой нижней точке, наверное, на карте. И никто меня не может найти. Они все, в принципе, на одной плоскости сейчас бегают. Один где-то сверху, один где-то снизу, и все остальные на одной плоскости. Mm-hmm. Вот ко мне вообще еще никто не забегал наверх. Да, блин, ты хорошо спрятался там, видимо. Потом покажешь мне, что за место такое. Блин, ой-ой-ой, ко мне начали подходить, Тереса, рядом со мной есть люди. Ой-ой-ой, Тереса, что-то мне стыкотно. Ну еще 6 человек осталось. А, они надо мной ходят, надо мной они не могут меня найти. Да, мне кажется, даже если... Ой-ой-ой, туда! 17 секунд, нет, ТРСР, нет, туда зашел, он меня нашел, сука, нет! Ну как так, 10 секунд, именно на меня посмотрела, ты прикинь, эта баба именно на меня посмотрела. Че, она тебя убила? Да, последние 5-10 секунд оставалось, ну что ж такое-то, а? Блин. А я выиграл, отлично. О, смотри, все дрались там. Да, давай, короче, пойдем опять к табличкам, ТРСР. Можно на другой карте. Да, давай поиграем на карте отель, видишь, 024 отель. Давай, заходи туда. Отел, все, вижу. Я зашел. Все, сразу начали заходить за нами. Ну, это понятно дело, почему, потому что мы с тобой, типа, это... А вот видишь, кстати, есть шоп, да, такая, магазин, ага. Клеточка. Можешь там посмотреть, что можно купить. А что бы мне лучше... Вот для хайдеров ты можешь купить там невидимость, кстати, меня он не куплен. То есть ты, видимо, сможешь взять на секунду там невидимость. Водой прыжок можно прокачать. А где пишется, сколько у меня... А, вот, вижу, сколько у меня опыта. Так сверху. У меня 1908 опыта, я ничего не смогу купить. А у меня 127 всего лишь. Так, ну что, у сикеров можно купить? Ender Pearl, прикинь, у сикеров можно о, купить. О, кстати, крутая тема. Они, если... Открыть, улучшить ускорение. О, так сикеру можно улучшить ускорение, то есть ты будешь быстрее бегать. Лол, прикольно. Сикеры, а у меня, это те, знаешь, кто ищут, да? У меня куплено только выбор блока, то есть я могу выбирать, какой, каким блоком встать, да? Mm-hmm. Потом выбор ищущийся, прячущийся, и выбор, ну, то есть сикер или хайдер, я всегда хайдера выбираю. Mm-hmm. А выбор блока, а вот для игры могу выбрать свой блок, давай я буду верстаком изначально. Потом, конечно, можно менять, ты тоже мог менять, да, через слизень? Нет. У тебя слизь появилась, нет? А, ты ее не прокачал, я должен получать выбор блока в игре, вот 10 тысяч XP. У меня вот такая-то куплена, а всякие разделы хайдеров, зикеров, даже их не смотрел. Блин, круто, двойной прыжок. Блин, чуть-чуть XP не хватает для нового прыжка, надо будет задонать. Ну, как бы. Так. Ну, вообще, кстати, вот это Ender Pearl, это очень читерная вещь. Если бы у кого-нибудь был Ender Pearl, ко мне легко могли бы тогда протонуться и убить. Да, 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 но они же не знают, что ты там, понимаешь? Тем более Ender Pearl сносит ХП, и ты сможешь его убить. Много раз такое было, когда хайдеры в 10 человек сидели на спавне и убивали одного сикера. Да, я тоже помню такое. Это мы, когда мы на европейских серверах играли. Там, видишь, там сикеры были, это, иностранцы, а иностранцы, они как-то глупее русских, мне так кажется. Я не хочу никого оскорбить, но реально, я вот на каком HD играю, ну ты видел, что там происходит, да? Ну, конечно, и русские попадаются иногда, некоторые такие, знаешь, странноватые ребята, но все равно. Вот здесь есть маленькое окошко, можно посмотреть, что там. О, я там вижу большой гриб. Твой большой гриб? Терсо, ты что, курил опять? Нет, опять, главное. Ты помнишь, как тогда на этом? О, так эту карту я знаю, как на этом. А, да, мы на такую уже, по-моему, играли. Похожую, по крайней мере. На Ластаске, когда мы начинали, там тоже грибы у тебя были, Терсо. А, про грибы, да. Я нашел комнату, где сидит сикер. Ты за кого? За верстака играешь? Да, я за верстака играю. А я играю за этот, как называется, то поршень. Верстак. Поршень? Будешь всех поршнить, Тереса? Да, только я не знаю, куда бы тут спрятаться. Вот здесь нельзя так забраться, по-моему, наверх высоко. Ну, что поделать, Тереса? Здесь, я, кстати, знаешь, куда я прибежал? Такая. Прибежал в качалку. Да? Да. Тереса сразу же понял, где его место. И пошел во свояси просто. Не восвоясь, я на качалку пошел. Да, ну восвоясь. Так, снизу там уже пытается выбраться сикер. Что ты будешь с ним делать? Да не знаю, я попробую куда-нибудь в другое место уйти. Мне что-то там не понравилось в этой качалочке. Не понравилось? Как-то там негде прятаться просто. О, отлично, у нас появились фейерверки. И также еще мяуканье. Да? Надо больше фармить, на самом деле. Больше это мяукать. Больше фейерверкить, мяукать, да. Ну, когда рядом сикеров нет, можно. Фейерверки, в принципе, можно даже не тратить поначалу, потому что я успел истратить все, даже когда пол игры их просто не юзал, потому что, ну, они их всего 3, и за них дают, в принципе, нормальные XP. За мяуканье всего 1,5, то за фейерверк вроде 2 штучки. 2? За фейерверк всего 2? Написано 2. Ну, наводишь на нее, видишь, +2, там +0, +25. Мне +12 дают. А, мне тоже +12.
А за это полтора. Почему так? Написано на них по-другому, посмотри. А, может мы с тобой, может быть, дети? А, ну, да, типа, мы же ютуберы. Типа крутые ютуберы, все дела. Так, сейчас последний фейерверк пущу. То есть обычно дают еще меньше, чем нам, ты прикинь, по 0.25 дают по 2, а нам с тобой по 12 и по полторы. Да мы с тобой вообще жируем, получается. Ну, возможно, кстати, жируют. Скоро меня убьют, потому что я в таком неудобном месте. А ты что, Эндер сундук? Нет, я поршень. Ты поршень? А ты рядом с сундуками стоишь? Нет. Я здесь вообще никого не вижу из игроков. Я здесь один. Здесь у меня все абсолютно тихо. Я засел на самом верху, и пока что тикеры до сюда не дошли. Они, Терсер, ты лучший, а как же я? А ты? Мне нравится, на Хайден Сике можно переписываться в чат спокойно, потому что, ну, я сильно не боюсь, что происходит. Ты тоже! Демастера карту сломали какую? Карту сломали? Надо же. Каким образом они смогли ее сломать? Да вот тоже не знаю. Отель карту сломали. А вы сейчас разве не в отеле? Так, мы нет. Или в отеле? А, да, мы в отеле. Мы в прошлый раз на Сити были, а теперь это отель. Да, сейчас мы в отеле. О, сюда прибежал чувак. Че, ты что, живешь? Не знаю, до хрена их четверо, блин. А, вижу. Илья там, да, вампирка, нет? Не знаю, я не смотрел на их ники, я сваливаю. А, я вижу. И они с тобой сейчас бегут, да? Не знаю. Так, ой, я спрятался, я стою. А мы с каким-то чуваком сидим, прямо даже парить сидят, сюда даже никто не приходит. Я за верстак-то, в принципе, удобно спрятался. Ну, не то чтобы удобно, так неплохо. А, прикинь, мне пишется, это неподходящее место для того, чтобы спрятаться. Да ладно. Да! Ну, может быть... А, ну, может быть, не это неподходящее место тебе советует, понимаешь? Терсер, даже компьютер тебе советует, что лучше беги отсюда. Беги, человек, беги! Не глядывайся. Я с того места отошел, и нормально все. Да, ну вот, видишь. А, мне кажется, знаешь, почему это так было? Потому что я стоял на коврике. А вот встал туда, где нет коврика, и все нормально. А, ну да, ой, как же тут начинается. Не, они сюда даже не идут. Я не знаю, почему они даже сюда не идут. Мне опять какое-то место хорошее показалось. Просто в прошлый раз, знаешь, я мог спрятаться в 4 точки, да? А я спрятался в самую ближнюю к двери. И это был, наверное, мы с вами большой провал, потому что если бы я спрятался в другой какой-нибудь кубик, да, возможно, эта тёлочка меня бы и не заметила. Угу. Возможно, вполне. Так. Ну здесь у нас тоже шанс есть еще выжить. Надо будет после этой серии закончить серию. Ну, то есть, после этой игры закончить серию, может, надо мне будет пойти. Это, лекарство принять. Болею до сих пор, то есть, я, понимаешь, умираю, болею. Я просто уже зажал правку мыши на кристаллике, ну, то есть, на алмазике, и смотрю, где там просто кристалл, понимаешь? Каждые 10 секунд, получается, можно получать нам своего 1.5 XP. В принципе, неплохо. Это, получается, за 100 секунд мы получаем 15... Ёб твою... Чего, опять в конце? Так я заговорился и не видел, что меня убили. Ты выжил, Терсера? Пока живой, но здесь люди. Ну, тебя не убьют, наверное. Не знаю. Ты один из трех, 5, 4, 3. Блин, Терсер, тебе повезло. О, они чисто пробежали рядом. А, Терсер, блин, как тебе так везет, а? Вот, ну ладно. Ну ладно, в принципе, я там все с вами были. Да мастер, Терсер меня в этом плане вообще сделал просто. Я, ну, лалка, ничего не затащил. Под конец по самому меня сливают, это так находит, знаешь, чутье на 10 секунду, на 10 секунде опять слили. Ну, вот. В конце. Да, Терсер выживает. Это вот везет, Терсер, че так, че. Зато в голодные игры ты меня убил. Ну ладно, в бывает. Раз. Да, ну что ж, на этом все. Вот такой вот Hide and Seek, в принципе, довольно-таки интересный, с прокачками. Ребят, заходите, играйте на кристалликсе, много карт, как видите. Ну, взбивается, естественно, мы добавим больше серверов в ближайшее время, и вон и доска топовый кейс, может, да, и прикольное лобби, кстати. Да. Паркурчик есть, который можно. Это расставлено в любом лобби, ему паркур ставишь, он постоянно, пока чем бы делать, постоянно паркур проходит. Ну а почему бы нет? Ну паркур, кстати, изи, видишь, я упал. Ну, паркур я этот паркур еще не проходил до конца, но, в принципе, я доходил, наверное, до половины, но вот такую же ты хотел. Здесь наверху сам, а может там нет ничего, смотри. Да хрен его знает, ну-ка давай попробую подняться. А нет, там можно спрыгнуть дальше, потом самый-самый-самый-самый вверх, и все, там уже конец. А? Вот здесь. Блин, везет тебе, умеешь летать. Ну да, я прошел паркур. Все, да мастер на наших глазах прошел паркур. Да, ну что ж, на этом все, ребята. Спасибо, что смотрели видео. Делитесь роликом со своими друзьями. На этом мы с вами прощаемся. Всем удачи, всем пока. Да, ребята, всем пока.